Петя, привет большой. Получил я 40 килограмм, золотой. Ребят, всем привет. Второй золотой 40 килограмм в обители. ТТХ первого. Вот они написаны. Хауин Голд 40 килограмм. Давайте пробежимся по всем параметрам. Не знаю, буду ли я его закрывать. Что-то планировал сначала его закрыть. Великодушно Петр сказал, пожалуйста, Вадим Иванович. Ну, я что-то подумал, не знаю, есть ли смысл мне с ним тягаться, потому что опасный твистер, 40 килограмм, вот она. Упаковочка. Не знаю. Первые 40 килограмм он прибыл в такой непонятной упаковке. Поэтому... Ну, в смысле, как непонятный. Там особая коробка была под него. И не было мешочка. А вот здесь, Петь, мешочек в наличии. Откладываем его в сторону. И, ну, уже есть 35 килограмм. Здесь там внутри, видите, не знаю, не видно, наверное, видно. Вон внутри это мягенькая такая прокладочка поролоновая. Самое странное, на узел завязан. Такого не было никогда. Ну и ладно. Нам самое главное, чтобы он внешне. О! Все, этот пакетик полиэтиленовый убираем. Петь, все сделаем на камеру. Ну вот, поближе я сейчас покажу. Вот он, 40 килограмм. Ну, нету никаких видимых повреждений. Сейчас я параметры все покажу. Ну, я не вижу, по крайней мере. И проволока чистенькая, ничего не обито. Ручки, все нормально. Будем проверять и сравнивать. Я это все наговорю, а здесь параметры записаны у Васи Ксенофонтова. Этот твистер находится. Поэтому давайте посмотрим. Значит, общая длина 605 миллиметров. Ну, это написано на листочке. Давайте посмотрим. Ровно 600. Общая длина ровно 600. Длина пружины. Длина пружины 270. 270. Значит, 607 было, 265 длина пружины была. Здесь длина пружины 270. Длина побольше, а общая длина поменьше. Диаметр пружины. Диаметр пружины. Я использую штангенциркуль и вот так вот. Вот диаметр пружины 41,18, 41,55 было, 41, ну, 41,15 можно сказать. Количество витков, значит, здесь должно быть, ну, как бы, откуда исходит, вот сюда и приходит. Да, вот в это место. Но немножечко получается не хватает. Ну ладно, это не столь важно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41 количество витков. Ну, 41. А, я не туда все смотрел. Прошу прощения. Вот же надо смотреть. Вот, по крайней. По вот этой. 41 соответствует. Ну, в общем-то, диаметр проволоки это 270. Диаметр. 270 миллиметров. Надо поделить на 41. Вот 6,58. 6,58, здесь 6,5. Но здесь проволока не где начинается и там заканчивается. Немножко она покороче. Покороче. Ну и все. И длина ручек. Ну, это уже не столь важно на самом деле. Ну, совсем не важно, я скажу, такое-то занятие. 100, 107, тут 110 дается, это 107 чуть покороче. И вес. То есть, ну, соответствует все, то есть ничего, никаких изменений. Был вес 1,5 килограмма. Сейчас посмотрим. Не произошла. Все. Теперь зафиксировалось. Кило 525. Кило 500. Ну, в общем-то, что я скажу, ну, в общем-то, абсолютно одинаковый твистер. Ну вот, без магнезии чуть-чуть позакрываю, покажу, будешь как закрывать их, его, да, два, три, не буду ломать дальше, но с ним очень классно работать и на вытянутых руках. В принципе, можно и поближе кисти ставить, но проволоку нет смысла, наверное, портить, поэтому вот кисти полностью и погнали заниматься. Ну и будешь андерхендом тоже. Кисти, у тебя есть сейчас и 50, и 70, кисти не ставь вплотную. Ну, лишняя нагрузка на пружину, она достаточно тонкая, поэтому работай с кистями полностью. Вот и все. Классный твистер, причем очень долго он останется таким же прямым, не деформируется. Еще раз. 40 килограмм, Хауинг, трейдмарк, здесь не стоит ТМ, здесь значочек R, может, на начальных тестерах, вот так вот. И как угодно, в принципе, можно заниматься и реверсом, вот реверс.
Это через руку закрываешь. Александр Анатольевич ривер отдает с сотками. Очень тяжелое положение. Закрывать реверсом, а такое опасное. Поэтому вот на таком можешь практиковаться. Все, давай здоровье. Я тебе его передам, как уже схему сказал. И будешь заниматься. Запишешь видео. Все, пока. Встречаемся в обители.